Мэрия решила закрыть выезд с улицы Комарова налево, на улицу Дружбы народов. Хочет так снизить аварийность. Устанавливать здесь светофор тоже не стоит, уверены городские власти. В часы пик будут пробки. По мнению дорожников, слишком близко два других светофора – у торгового центра и у гостиницы «Дружба». В общем, намерения благие, но вряд ли они порадуют жителей улицы Комарова, которые утром дружно едут в центр города. Вероятно, машин в этот час пик будет больше и на соседнем перекрестке. И это еще без учета жителей новостроек. На Комарова сейчас возводится большой жилой комплекс. Но, похоже, вопрос уже решенный. Проезд закроется в конце июня.